На самом деле я устала. Было, ты опоздала просто. Я уже тебя третий раз поздравляю. На самом деле я уже устала стоять. У нас сегодня такие два кардинально разных персонажа. Да, есть Минеев, который он такой, какой он есть. Пусть он кто-то его расценивает плохим, но он настоящий, да? Есть Мага, который старается выглядеть максимально правильным. И у меня созрел вопрос: Мага, а с какой целью вы смотрите мои сторис? Вопрос на миллион. Ну, все-таки немножко к кинематографу движемся. Начнем с того, что я вас не знаю, и вот сейчас стараюсь не смотреть. Одну секунду. Но если жарко на улице просто, простите, секунду. Извините. Но если я нарвался на вашу сторис, я 100% сделал вот так. Что вы говорите? Да, 100%. Мне его офигеть, вы не сделали.